Rudy! Что ты не крутишься? Что? Не крутится? Крутись! Внимание, сюда! Я что ли должен тут? Я что ли фигуристка? Сейчас стараюсь чуть-чуть снизить нагрузку. Вроде я уже поехал, да? Сейчас у меня с мозгами чуть-чуть нет. Володя дружбы. Сейчас тренируется как профессиональный спортсмен. Он пытается снизить, но я ему не даю. И хоп, хоп, поворот. Хоп, ага. Поворот в эту сторону мой. А, не понимаю. Мне просто надо все разделить на, как бы, на фразы. В моем воспаленном сознании. Не опускай. И раз, два. Два, это и поворот. Раз. Раньше удавался элемент ездить вперед, например. Потом был элемент следующий – ездить назад. А теперь уже можно и делать и вот так, и так вот. Такие. А пока небольшие, ну, как бы, как у всех, наверное, партнер-профессионал, небольшие проблемы с поддержками. Но это, естественно, это нужно время, это нужен навык. И делать сложные такие поддержки, угнаться за профессиональными мужчинами, конечно, это будет тяжело. Но я думаю, что к концу проекта... Мы это осилим. Ну что, ребята, молодцы. Я очень рад, что вы так стремительно прогрессируете. Но дорога у нас длинная, до финала еще далеко, поэтому нельзя забывать о своем здоровье. Берегите его, принимайте иммунал, и все будет хорошо. Так держать. Для меня это вообще очень такой странный жанр, поэтому я никогда на самом деле не работал в театре. Поэтому работа в кино, она совсем другая. Она связана с каким-то погружением, с каким-то контактом. А здесь есть несколько слоев технических, которые надо просто осознать и как-то что-то дать. Попробуем. На льду Ирина Лобачева и Владимир Шевельков. Ирина и Владимир, напоминаю вам, уважаемые телезрители, всего лишь второй раз вышли на лед нашего проекта. Но ждем мы от этой пары очень многого. Не надо представлять Ирину. А Владимир Шевельков уже в первом своем выступлении показал, что он отлично владеет коньками. Постановщик этого номера Илья Авербух вместе с Ириной и Владимиром, по-моему,
не просто использовали музыку из кинофильма «Доктор Живаго». Они умудрились в эти короткие мгновения показать всю судьбу главных героев. И счастье той любви, и трагизм той любви, и встречу, и расставание. Замечательный, экспрессивный и очень глубокий по своему содержанию номер, который на меня произвел фантастическое впечатление. Чуть-чуть рано расслабился. Рано расслабился. Шикарно проехал. Как все хорошо. До конца. Дыхание, все было. Все сделал. Там поверил уже, что все закончилось. И на секунду чуть раньше. Вот тогда бы не навалял бы там. Вот последняя тройка вот та. Чуть-чуть ты забыл про нее? Сделал? Нет, я сделал ее. Нет, ты просто сделал, забыл про поворот. Все, да. Но дыхание было. Ты так никогда хорошо не делал. Вот сейчас такой был плюс старт. Просто чуть раньше времени ты уже подумал. А, ну все, осталось две провозки. Нет, я сделал это. Нет, выдохнул я сделал, это и... Какой это дурацкий? Вот этот вот. Олень? Нет, олень, нет. Сделал вот это, то, что ты мне говорила. Сделал эту раз, и здесь пш, опять. Оценки за технику. 5-9, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Общий балл 11,92 балла. Ну это достойно, это работа. Ефим, в актерском плане номер исполнен бесподобно. Как вам, Владимир, в роли фигуриста? Артиста-фигуриста? Марат, ну вот это же первая треть второй четверти первой половины проекта. То есть, самое начало. Не знаю, как-то рука сама вывела 6-0. Володя мачо, Ирина красавица. Идеальная пара. Для идеальной пары в этом проекте нет других оценок, кроме 6-0. Спасибо, Ефим. Татьяна Анатольевна, мы знаем, что эта пара начала кататься одной из последних на проекте. Как, по-вашему, ребята справляются? Я думаю, что под эту великую музыку они сегодня абсолютно справились. И только абсолютно справились. И только в сравнении двух пар, очень близко стоящих друг от друга, я должна была заметить то, что я заметила. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я совершенно поражена тем, что Володя делал так с Ирой потрясающей поддержки. Что она, но она нисколько не боялась. Это его заслуга. Потому что он очень хорошо ее брал и хорошо ее ставил. И он сделал три разные поддержки. И актерски было все очень хорошо сделано. Я думаю, что они просто не вошли в проект, а ворвались. И они уверены, что они будут претендовать на очень высокие места. Ира, я поздравляю тебя! Тебе тоже никогда легко не было. Ты всегда впереди. Ты всегда в тяжелой ситуации собираешься и работаешь еще лучше, чем ты работала. Это такая твоя судьба. Получается, Ира. Получается, Илюша. Получается, Вова. Спасибо большое, уважаемые судьи. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Ребята, второй выход на лед. И вновь прекрасный результат. Я вас поздравляю. Я думаю, что судьи были правы. Вы успели себя почувствовать идеальной парой. Так? Вы знаете, самый большой успех Володи и самая большая ценность, что в нем есть, это то, что у него плюс старт. Это не в каждом спортсмене-любителе есть. И сегодня я была поражена тем, что когда он вышел, очень волновался, но вышел и вышел мужчина. И так было приятно. Приятно просто взяться за руку. Вы остались довольны сегодняшним выступлением? Ну, я опять отключился чуть-чуть раньше, чем надо. У меня был один там элемент, который у меня не получался все время. И когда он получился, вдруг чик, и все заело. А потом вроде бы ничего. И на самом деле я ожидал, что поддержки это страшнее. Оказалось, что, в общем, это даже можно отдыхать во время поддержек. О, боже мой! Здорово! По-моему, ты понял.
понял что-то очень важное и сильно свое. Да, самое сложное для меня было то, что все время все вращалось. И я не умею, я знаю, когда делают... Знаю, как делает это Ирина, знаю, когда делают здесь профессионалы, знаю, как это делают в танцах, то есть смотрят куда-то. Я это не умею делать, поэтому у меня все вращается, крутится. И я Илью в процессе репетиции попросил чуть-чуть меньше, чтобы было этого. И вроде так... Куда смотреть? Такая партнерша! Смотри на нее, она просто орхидея в твоих руках. Уже начинаю смотреть на Ирину и вообще только впиваюсь в нее сильнее, и все. Тогда закрой глаза. Одним словом, успехов вам! Спасибо, счастливо! Спасибо.